Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Identity 5. И сегодня, ребят, я буду обозревать такого персонажа, как Курт Франк, и немного его истории. Значит, ребят, это путешественник. Курт – опытный путешественник, увлеченный изучением границ человечества. Он проплыл через Ла-Манш, пролетел над старыми лесами на воздушном шаре и, конечно же, был на грани смерти и жизни. Как мастер выживания, может быть, у него есть хороший шанс выжить. Вот и вся история, ребят, которая нам про этого персонажа предоставлена. Вообще, на самом деле, я уже один раз им сыграл, и хочу вам сказать, что это очень крутой персонаж, и сейчас вы сами поймете, почему. Итак, ребят, мы появились на локации госпиталь, и Курт Франк готов к очередному опасному испытанию. Значит, одна из его нереально офигенных особенностей, ребят, это такой предмет, как книжка, потому что именно она делает из нас вот таких вот маленьких, ребят, и это во многом очень может нам помочь. Очень часто, когда за нами гоняется маньяк, мы от него толком не можем спрятаться, а тут гоп, обратился, просто забежал куда-то, не знаю, там в кусты или куда-то в угол забился. И тут уже, знаете, счет идет на зрячесть самого маньяка, убийцы или охотника, называйте как хотите. Так, давайте, наверное, вот так и будем бегать, и только в тех случаях будем обращаться обратно, когда будем подбегать непосредственно к этим вот, блин, вечно забываю, как их называть, печатным машинкам, пусть будет так. Так, все, я здесь есть, давайте сразу начнем чинить. Так, против нас играет Лео, он же акула, и он же страшный тип. Кстати, ребят, ту куклу, которую он оставляет, ребят, это телепорт. То есть, я вам объясняю, как это сделать. На самом деле, просто вы берете, там, оставляете где хотите куклу. Например, словили вы выжившего, да? И боитесь, что выжившего могут спасти. Вы просто оставляете возле него эту куклу, где-то текаете. Только если вы замечаете, что выжившего хотят спасти, нажимаете на нужную кнопочку и резко телепортируетесь в нужное место. Так, мы тем временем уже наполовину починили эту печатную машинку. Так, есть. Так, у нас уже Лео кого-то ранил, доктора. Нет, доктора лучше не трогать, он может лечить в случае чего и очень быстро. Так, есть. Если честно, раньше, когда я был в одном из видео, когда я играл, и там тоже ребята уменьшались до такого уровня дюймовочки или мальчика с пальчика, если честно, я думал, это какой-то баг. Не, ну у меня было предположение, что это все-таки какой-то перк. Я просто с ним тогда на то время не стыкался, и сегодня для меня это было открытие, на самом деле. Так, здесь мы сделали, давайте посмотрим, что у нас есть здесь, на всякий случай, может быть, в будущем оно нам понадобится. Так, я надеюсь, что здесь будет, ну, что-то типа шприца. А что это такое? Слушайте, давайте посмотрим. Так, а ну-ка, давайте возьму. Так, и как мне его применять? Блин, я походу... Стоп. Что это было? Короче, ребят, я что-то делал, только я так и не понял, что. Ладно, давайте я возьму обратно книжку. Потом уже как-нибудь, когда найдем персонажа, у которого будет такое умение, вот тогда уже и проверим. И будем разбираться, что к чему. Так, давайте, наверное, постараемся как-то спасти. Так, надо стать очень маленькими. Единственный минус, что когда ты маленький, естественно, ты и бегаешь очень медленно. Так, чувак, мальчик с пальчик идет на помощь. Интересно, у нас получится пробраться к нему так, чтобы он нас не заметил. Так, он еще кого-то ранил. А, нет, он освободил. Все, я понял. Так, ладно, ребят, тогда вы бегаете, а я пойду тогда искать и дальше чинить. Блин, знать бы еще где. Слушайте, эти вороны вообще не настолько сейчас для меня огромные, что они, в принципе, могли бы меня сожрать. Шли нахрен отсюда, птица. Сука, какие они противные, а. Так, о, вижу. Так. Отлично, прибежали. Так, это у нас получается уже... Так, я не с той стороны прибежал, да? Окей. Все, вот.
Так, я не пойму, а остальные, они вообще что-то чинят или они чисто просто там с маньяком куражатся, я не понимаю. Успел. Так, главное смотреть по сторонам, чтобы он где-то не выскочил. Да не оглядывайся ты, я слежу, не боись. Так, это он доктора опять ранил. Блин, я чувствую, что доктор, наверное, не доживет до конца катки. Да, наверное, сейчас она и улетит. Все, я был прав. Надо быть осторожнее, что поделаешь. Ох, чуть не промазал. Видите, ребят, поскольку я только начал играть этим персонажем, то, естественно, и линия, в которую мне надо попадать, она укорочена. Вот, например, у Эммы Вудс там просто нереально промазать, разве что если ты на что-то отвлекся. Ну, сейчас промазал, ну и хрен с ним. Так, окей, опять кого-то ранили. Так, теперь мне надо найти, где следующий, следующий, следующий. Наверное, где-то в той стороне, наверное, значит, сюда мы и побежим. Так, вон я вижу какой-то ящик. Давайте, наверное, его на всякий случай откроем. Вдруг он мне в будущем пригодится. Кстати, вот этот люк, который я вижу под полом, я... Опять книжка, ладно, пусть он его подберет. Когда я пробегаю, я частенько натыкаюсь на какой-то люк в поле. Знаете, в Dead by Daylight там через люк можно выбраться, а в этой игре пока есть... Я так понял, такого делать нельзя, потому что мы уже было такое, что все починили. И я пытался это сделать, но у меня этого не получилось. Возможно, в каком-то из обновлений все-таки это сделают, но пока мисс точно не сейчас. Опа-на, я могу, в принципе, сейчас вот так сделать. Давайте немножко себе опыта заодно подзаработаю. А то вдруг меня поймает еще. Так, все, давайте верну книжечку обратно. Все, замечательно. Так, я понял. Беги, беги. Так, только ты его, главное, сюда не приводи. Так, давайте, наверное, отсюда убежим куда-нибудь. Потому что если он сейчас меня засечет, он точно меня догонит. Хотя, кто его знает. Так, главное бежать теперь в противоположную сторону. Пусть они бегут, где-то там бегают сзади меня. А я пока где-нибудь здесь что-нибудь починю. Блин, если я найду. А, вижу, все, нашел. Твою мать. Так, он ее не догнал. Да ладно, давайте здесь побегаем от дерева к дереву. Блин, он сюда теперь может телепортироваться, видите? Надо это... Надо, чтобы он сейчас отбежал куда-то подальше. Вместе с ней. И тогда я, короче, уничтожу вот эту хрень. Так, все, чтобы он сюда не мог телепортироваться. Отлично. Давайте исправим эту ошибку. Потому что будет очень неприятно, когда я буду чинить, и он резко телепортнется, и потом мне будет... Опа. Я промазал. Давай, 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 давай. Есть. Сделал, да? Все, теперь он сюда, по идее, не должен телепортнуться. Отлично, давай починим. Короче, с каждым днем тут про игру можно узнавать все больше и больше на самом деле. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, он меня ранил. Так, давайте побежим сюда к ящику и постараемся на него, наверное, этот ящик опрокинет в случае чего. А, не, он, короче, не за мной побежал, да? Блин, я нигде, как назло, шприц не находил. Ага, вижу. Так, он ушел? Нет, он не уходит. Он тупо сейчас, знаете, кемперит, только он кемперит возле печатной машинки.
В принципе, я там видел где-то еще одну. Может, мы к ней как-то проберемся? Так, потихоньку. Чтобы он меня не заметил. Отлично, все, побежали. Так, ладно, давайте, раз мы уже этот начали, значит, этот по Шурику постараемся сейчас... А, она меня решила подлатать, давай. Это тоже неплохая идея, она мне нравится. Потому что если он меня еще раз огреет... Тогда мне придется как-то стараться выпрыгивать у него из рук. А учитывая тот факт, что я лишь одно кресло только поломал, я не успею просто-напросто этого сделать. Так, он сейчас нас по-любому здесь увидит, что мы здесь. А, я еще и промазал, блин. Да, рюки-крюки это судьба, ребят. Все, нужно текать, текать надо, я увидел. Так, давайте я его поведу, наверное, каким-нибудь... доскам, возможно, он наткнется. Блин, он точно за мной побежал. Есть, отлично. Так, пусть перелазит сколько ему угодно. Блин, где все доски, я не понимаю. А, все, нашел. Так, он за мной, нет? Слушайте, он за мной не захотел идти. Так, давайте сделаю так. Все-таки так меньше шансов, что он меня узреет. Вот падла, он оставил здесь свою хренотень. Так, давайте я, наверное, ее обез... О, юперный балет! Это было просто вообще, ребят. Я не знаю, как он меня заметил, или он чисто случайно сюда перенесся, но это было очень ярко и изящно с его стороны. Так, я надеюсь, что я сейчас достаточно далеко убегу, чтобы меня эта докторша восстановила. Давай, стой, стой, стой. Блин, сука, стой, вылечить меня надо. Блин, он, короче, везде понаставлял этих херотеней. Ух, ёперный балет. Да, он меня задел. Дело в том, что у меня есть такое умение, как я могу один раз восстановиться, но сейчас он меня подымет, мне просто незачем этим пользоваться. Если бы он за ней побежал, тогда я мог бы этим воспользоваться. Так, ну выбраться я 100% не успею, потому что кресла вообще не поломаны. Хотя если он меня понесет в подвал... Давай, 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 давай. Блин, нет, не успел. Еще бы чуть-чуть, ребят, я бы успел. Ну ладно, будем надеяться на тиммейтов, возможно, они меня освободят. Ну, конечно, если он так впритык не будет здесь торчать. Слушайте, я смотрю, тип, короче, вообще серьезно прям взялся за вот эти телепортации. О, вот и еще один. А я думал, что его уже здесь нету. Отлично, 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 все, текаем. Так, он за мной. Или нет? Нет, да, он за мной. Так, ну он где-то рядом. Только я не могу понять, где именно. Слушайте, ну хорошо маньяк играет. Просто охрененно. Серьезно, с этими телепортами он нам сейчас изрядно нервы попортит. Так, вот тут можно починить, или это уже починено? Это уже починено. Так, он где-то недалеко. Понял, текаю. Так, давайте я, наверное, все-таки уменьшусь и буду бегать пока места. А если вдруг он меня увидит, и надо подальше, наверное, держаться от этих кукол, потому что ничего хорошего для меня это не сулит. Блин, ну впервые я вижу, когда чувак играет какой-то за такого персонажа, как Лео, и настолько, вот знаете, довольно-таки нехреново, хочу вам сказать. В принципе, и мы уже, я смотрю, все игроки тоже, знаете, не первый день играем. Поэтому пока мне силы равны. Хотя одного доктора он уже, видите, убил. Так, кто там бегает? Докторша, докторша, иди ко мне. Так, мне надо найти докторшу, чтобы она меня вылечила, или открыть, может, вот этот кейс, может, там я найду шприц. Просто она меня, в принципе, быстрее вылечит, чем я вылечил бы сам себя.
Так, сейчас посмотрим, что здесь у нас будет. Опять какая-то... Да. Так, отлично. Она здесь уже чинит, я ей помогу в этом. Блин, тут как раз чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. И мы можем открывать ворота. И знаете, я, наверное, затягивать ничего не буду. Я буду текать. Потому что иначе здесь особо не повыделывайся. И баллы особо не позарабатываешь с таким траппером. Блин, а меня вылечить, дура. Так, я, наверное, побегу. Ладно, сюда давайте. Блин, сука, ну могла меня вылечить на самом деле. Вот что мне сейчас делать, если он меня все-таки догонит? Так, а я сделаю вот так. Я уменьшусь и, наверное, вот тут вот так вот постою спокойненько. Так, он как раз ищет, где кого можно найти. Все, ребят, будем тогда текать. Не вижу смысла тут задерживаться. Он довольно-таки опасный тип. А, вон он, видите? Ушел. Все, выбрался. Да, ребят, выбрался. Короче, докторша у нас погибла, но мы втроем, походу, выбрались. Блин, ну хорошая катка, она мне понравилась. Особенно мне понравилось то, что маньяк был непредсказуемый. Реально, я обалдел, когда он появился прямо передо мною. Молодец, ребят, парень хорошо изучил телепорт, я им очень мало пользовался, наверное, повзаимствую, тоже надо будет поднашариться. Ладненько, ребят, вот такой у нас персонаж, как Франк, поэтому вы были на канале Экспировид, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК, ссылочка будет в описании, ставьте лайки, будет больше, будет лучше, пока.